Так, пошла запись. Кто только сходил. А куда же он делся? А вот он, смотри. Даже кольца видно. Куда же он исчез, елки-палки? Опа. Нет, ты посмотри. Да, реально кольца видно, клево. Только над горизонтом встал. Ой, еще... я даже могу отличить, вон там. Так, это Сатурн. Мотор от Сатурна. Надо же, даже через слои атмосферы его видно. Ах ты ж колобок, блин. Подожди. Колобок ты. Фотоаппарат, конечно, напрягается на него навестись. Но наводится. Ах ты ж колобок, капюшон. Так, когда Сатурна сейчас 1 миллиард 350 миллионов километров. Где ты это читаешь? 20, это я на память помню. Вон он, смотри, красавец. Так, сегодня у нас 6 июля 2019 год, Харьков. 21:30 по Киеву. Я опять моль проглотил. Ничего страшного. Ну, для тебя, конечно, не для моли. Какая хорошая у меня жизнь. Везде надо находить оптимизм. Ты представляешь, ну, над самым горизонтом мы сняли мы Сатурн. Ну, хорошо, отлично. Кстати, 9 числа, то есть через 3 дня, Сатурн будет в противостоянии с Землей. На одной линии будет Земля, Сатурн и Солнце. Он будет на ближайшем расстоянии к Земле. Давай теперь он Юпитер ловить. Юпитер. Ты Питер. Есть такой даже, по-моему, город Питер. Ну да, это Российская Федерация. Питер, Питер, Юпитер, Юпитер. I'm not. Ничего себе холодно тут. Надо танцевать. Ир, давай, танцуй. Что смущает тебя? О, футбольный мячик. Это сейчас этот Юпитер? Ну да. Только фотоаппарат на него отказывается наводиться. Все, исчез. Исчез, о, вот он. Теперь давай, танцуй. Посмотри, какая бутылка встала. Да выброси. О, вон спутники, смотри. Смотри, какая у меня бутылка встала. Да я вижу, сыночек. Видел? А до Юпитера сейчас 650 что ли миллионов километров. А какие у меня бутылка? Так, и вон у нас первый спутник справа сверху, это Европа, чуть ниже его это Ганимед, что-то совсем я не вижу Каллисто, он рядом с Юпитером, может, уже спрятался, и слева от Юпитера это Ио. Сатурн сняли. Юпитер сняли, Галилеевы спутники сняли. Как прикольно все-таки на природу выходить. А ты видишь четвертый, Каллисто? Каллисто вечно хуже всего видно. Он справа. У меня очки Ой, вижу! Вижу, вон, вон, вон. А сколько ты спутника видишь? Четыре или четыре? Четыре. Там видишь? Иногда отблескивает четвертый рядом с Каллистой. Вон, рядом с вот этими двумя. Вон там, вон, рядом с самой справа планетой. Справа от Юпитера или слева? Справа вверху. Немного. А чего же я его не вижу? Немного справа иногда. А, вижу, все. О, видел, видел? Да, да. Прям да. Такой, знаешь, как вот такой вот символ образуется. Я понял. Ладно, пошли посмотрим. Каков? Теперь на... наш месяц, который в Перигее был вчера. Перигей, а папа гей. Не, да гей, Перигей, да.
апогей, а не папогей. Так. В своих народах свои правила. Смотри, а где у нас тут эти самые? Меркурия, Марса мы так и не увидели, да? Все надежды тщетны. Лучше бы мы... Надо будет когда-то гулять тут с пацанами. Да нет, ты давай сам сюда пока не броди. Ага. Надо будет как-то тут тогда погулять. А с собой мы с вами. О, луна. Что ж такое? Что ж ты не хочешь фокусироваться? Луна. А я забыл, кто такая луна. Я помню, кто такая мун. Я помню, кто такая старая. Я помню, кто такой нор. I've got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. Сейчас будет Харбас. Раз-раз-раз, это Харбас. And my tears I cry, my turn into the rain. Мой Харбас и they gently fall upon your window. You will never know. Ticket to the moon. Beware. Beware, be skeptical. Of the smiles. The smile, the plate is gold. You see it's so natural. But all things she cloned is more than a way. Красота. Отойди чуть подальше от штатива, а то трясет как-то. Апогей. Типун тебе телепун, сынок, что ты мелешь? Да. Когда вижу что-то смешное, говорю, что смешное. Ну это не смешно, это пошло. И даже оскорбительно. Так. А где же у нас, ну для меня так точно, а где он там должен быть Меркурий? Сейчас пойдем. Меркурий и Венера и Марс. Но, к сожалению, ничегось. Дымка есть. А планет не вижу. Ну ладно. Лето впереди. Апогей.